9 августа состоялась встреча министров труда Узбекистана и Таджикистана. На мероприятии Назим Хусанов рассказал о проделанной работе за последние 2 года, поделился статистикой, а также рассказал о создании моноцентра, в котором люди могут обучаться любой профессии и, получив сертификат, устроиться на желанную работу. У нас очень много общего, схожего, потому что и население, и менталитет, и вообще расположение географически наших стран, он очень во многом одинаковый. И исходя из сегодняшних бесед, мы узнали, что и проблемы тоже, которые имеются на сегодняшний день на рынке труда, они тоже в какой части очень одинаковые. Будет создана рабочая группа с 2 сторон, и они будут уже тесно заниматься, значит, вопросами, которые стоят, значит, перед нашим министерством. Это, конечно же, вопросы по занятости наших граждан. У нас ушло 1,5 года на цифровизацию трудовых отношений, на создание единой национальной системы труда. И вот у них тоже был очень такой повышенный интерес тоже создать такую базу. И они отметили, что для них это будет более легче, потому что мы уже прошли этот путь, и мы знаем, где, какие ошибки мы допустили. Это мы можем с ними поделиться своим опытом. На мероприятии отметили, что в стране более 1,5 миллиона безработных, но при этом имеется более 200 тысяч свободных рабочих мест, которые они могли бы занять. Мы будем сотрудничать между нашими научно-исследовательскими институтами, а также будем работать между нашими, как бы, ведомствами под нашими министерствами. Это все исходит из пунктов, которые уже указаны в меморандуме о взаимопонимании. Да, и дорожная карта, и план мероприятий охватывает все эти моменты. В завершении встречи министры подписали договор о сотрудничестве между институтами труда, основная цель которого – обмен опытом дружеских стран.